Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Тема нашего сегодняшнего видео очень интересная. Такое вы не увидите и не услышите нигде. Так что не переключаемся, смотрим видео до конца. Если вы следите за моим каналом, уже знаете, что у меня есть такое видео. Ошибки от Сомера. Симптомы неисправности и проверка клапана продувки от Сомера. Ссылка сейчас появится вверху, и ссылка тоже будет в описании этого видео. Можете переходить и посмотреть. Этот видео пользуется огромной популярностью, и многие смотрят. Там в основном теория, а тут в этом видео уже практика. В этом видео мы пройдем практический курс. Вы увидите, какая проблема возникла у меня на машине, на что нужно обращать внимание, как я смог разобраться и как устранил проблему. Правда, эпопея тут длится примерно 2 месяца. Привезли мы машину из Америки, Toyota RAV4 2018 года, гибрид. Нужно было восстановить. Восстановили, там крыло, бампер, дверь заменили и еще вспомнили о том, что во время транспортировки снизу машины повреждена система адсорбера. Там трубка была отломлена на клапане вентиляции и еще безумок было деформировано. Такое повреждение часто получают машины в порту во время транспортировки. Когда погрузчики машины транспортируют, перегружают машины, лапы погрузчика повреждают нижние детали машины. Подняли машину на подъемнике. Сняли вот этот клапан вентиляции, который прикреплен на коробке от Сомера, и восстановили ее. Тут было отломлено вот эта трубка, на котором отнимается другая трубка. Запаяли пластмасс, восстановили этот клапан и установили на своем месте. Также сняли безумок и выправили ее нижнюю дно, так как посчитали, что датчик уровня топлива некорректно будет показывать уровень топлива. Установили все на своем месте. Завели двигатель и начали ездить. Все было отлично, но прошло 3 дня, и на приборках загорелся чек. Так как у меня чип ОБД-2 всегда в машине, достал ее, подсоединил к мозгу машины, и вот такие ошибки она увидела. Кстати, чип ОБД-2 очень полезная вещь. Рекомендую всем держать ее в машине. Вот эти ошибки говорят о том, что проблема в системе адсорбера. Скорее всего, герметичность этой системы нарушена или поврежден какой-то тотал. Пошел в мастерской и говорил мастеру, что вот так и где это можно перепроверить и устранить. Мастер переправил меня в другой мастерской. Вот так-то иди там, и у них есть всякое приспособление, оборудование, чтобы установить и устранить причину. Иду в другой мастерской, нахожу там нужный мастер, объясняю ситуацию, и он говорит: «Ты не первый». После транспортировки Toyota часто ко мне приходят, так как на этих машинах вся основная система адсорбера установлена снизу машины. И они при транспортировке часто портятся. Подняли машину на подъемнике. Мастер выкатил свой дымогенератор. Отсоединил он под капот шланг от клапана продувки и пропустил дым в системе, чтобы определить, где герметизация системы нарушена. Так вот показываю схему. Это схема от машины Ford. И есть отличие от Toyota, но принцип одинок. Тут механик отсоединил шланг и пустил дым в системе вот по такому направлению. Стали следить под машиной, где там шланги, трубки системы вентиляции проходят. И обнаружили, что есть утечка дыма вот тут.
именно там, где была отломлена трубка на клапане вентиляции. Там, где мы ее отремонтировали и припаяли друг к другу пластмассы. Именно там и пропускали дым на месте пайках. «Ну, тут все ясно», — сказал мастер. «Нужно заменить клапан вентиляции. Или зачем ее вообще менять? Давай обмажу место, где дым просачивается, вокруг специальным клеем АБ, и все». «Ну ладно», — согласился я. Сняли, подчинили тот клапан, установили на своем месте, стерли ошибки и уехали из профилактики довольны. Но не тут-то было. Прошло ровно 2 сутки, и чек снова засветился на приборке. Проверяю ошибки, и тот же самые ошибки. Иду в профилактике к тем же ребятам. «Давай замени клапан вентиляции, и ошибка уйдет», — говорят они. «Ну ладно, иду на разборке Toyota Camry, так как разборки RAV4 2017 в нашем городе почти нету. Закупаю там клапан вентиляции EVAPO от Camry 2014-2015 года. Принес профилактике. Сверили клапан на RAV4 и Камровский. Все подходит. Заменили, удалили ошибку, и теперь придется ждать еще 2-3 дня. Прошло ровно 2 дня, и чек снова засветился. Ну, елки-палки, в чем же причина? Снял клапан продувки и проверили. Как оно проверяется, мы говорили в другом видео. Сначала проверили, щелкает или нет оно, когда на нем 12 вольт подключаем. Щелкает. Потом проверили диафрагма внутри тела или нет. Нужно вздуть в нем воздух внутри. Лучше набрать во рту дым от сигареты и сильно продуть с одной стирки в другую. Дым не проходит, это хорошо. Потом подсоединили ее еще на 12 вольт. Вздули в нем, и так как уже клапан внутри открыт, дым проходил. Так и должно быть. Значит, клапан продувки в порядке. Но все-таки перенесли ее с другой машины. Разменялись с другом. Удалили ошибки и начали ездить на машине. Прошло ровно 2 сутки, и чек снова загорелся. Ну, блин, что еще перепроверить? Да, нужно еще перепроверить крышку без забака. Разменялись временно с другом. Он мне дал свою крышку, а я дал свою. Удаляю ошибки, и снова через 2 дня чек. Короче, ребята, трудно описать, в каком я разочаровании был. Иду снова к мастерам. Говорю, давай, ребята, еще раз дым пропустим в системе. Может, что-то не заметили. Пропустили. Смотрим, смотрим, наблюдаем и хрен там. Нигде дыма нет видно. Короче, Миша, говорит молодой мастер, давай коробку от сорбера замени, так как мы все уже перепроверили. Другого варианта нету. Иду снова на разборке, покупаю там адсорбер от Камри, так как сам адсорбер от RAV4 очень дорого стоит. Приношу в мастерской, сверяем с адсорбером RAV4 и там кронштейны не подходят. Нужно будет переустановить то и то с одного на другую. Если при переустановке что-то сломается. Короче, такой вариант не устраивает. Звоню знакомого, который разбирает Toyota RAV4. Спрашиваю, есть адсорбер или нет. Есть, конечно, говорит он. Спрашиваю цену. Цена дорого. Но черт с ним, так как нервы уже на пределе. Беру этот адсорбер по договору. Если причина не в адсорбере будет, адсорбер они должны вернуть обратно. Договорились. Иду снова в мастерской.
заведили и обратили внимание, что мой адсорбер чуть отличается от купленного. Номер деталей тоже не совпадали, но нужно было все-таки перепроверить. Снова удаляю ошибки и вот тебе. Через 2 дня снова чек. Ну не буду тут я описывать, в каком уже в состоянии был. Вечером сижу у себя дома и думаю. Блин, все перепроверил. Нужно будет искать и найти пачок адсорбера именно от гибрида. Вот этот вариант только остался. А где ее найти? У нас маленький город. Даже в Тбилиси трудно будет ее найти. Не упустили еще что-то важное? Так, шевелим мозгами, думаю. Может, датчик давления, который измеряет давление в системе адсорбера и потом информацию передает к мозгу, не работает? Нет, датчик давления тут ни при чем, потому что датчик давления в Тойотах находится не в бензобаке, а в клапане вентиляции. Клапан вентиляции я 2 раза уже менял. Значит, причина не в этом. Есть еще вариант. Может, проводки, которые подходят к датчикам, повреждены? Если причину не удастся найти, этот вариант тоже нужно будет перепроверить у электрика. Вот так я думал, размышлял, и вот что я вспомнил. Когда мы машину ремонтировали, сняли бензобак, чтобы выпрямить ее дно. А чтобы дно выпрямить, мастера с бака сняли бензонасос и датчик уровня бензина. Без этого невозможно было залезть внутрь бака с инструментами. Слышал, что в Тбилиси в каком-то мастерской, что бак выпрямить, ее просто надувают компрессором. Но у нас в городе таких умельцев не было. И вот поэтому пришлось снять бензобак и разобрать ее. А что если мастера при сборке просто бензонасос или датчик уровня плохо там поставили и где-то в системе воздух подсасывает? Может, герметизация в системе из-за этого нарушена? И когда система перепроверяет само себя через каждые 2 дня, ему что-то не нравится, и поэтому чек выскакивает. Да, трудно перепроверить, но другой пути нету. Звоню к другу, у нее и подъемник есть, и дымогенератор тоже есть. Мы дымогенератор недавно из Китая выписали. Договариваюсь с ним, когда можно будет в мастерской машину поднять на подъемнике и дым в системе пропустить. Миша, говорит он, приходи, когда хочешь, но я очень занят. Если время найду, помогу, а если нет, ты и так уже хорошо разбираешься в этом. Ключи держать умеешь и винтики откручивать тоже. Ну ладно, так и быть. Как только время нашел, через несколько дней иду к ней в мастерской. Подсоединяю дымогенератор. Разъединяю клапан продувки. Пропускаю дым системы. И хрен там. Все нормально. Утечки дыма нигде не видно. Но все-таки так просто не собираюсь оставаться. В передней части все нормально. Там все наглядно видно. Нужно особенное внимание удалить в системе задней части, около бензобака. Откручиваю все винтики бензобака и отпускаю ее чуть вниз, чтобы хорошо осмотреть ее. Разъединил все шланги на адсорбере и пропустили дым по этой магистрали. Наблюдаем внимательно и как будто еле видно дым, который просачивается сверху бензонасоса.
Но нету уверенности. Откручиваю все витки, разъединяю все шланги и отпускаю на земле безубак. И вот вам. Смотрим внимательно. Тут видно пятна бензина. Очевидно, мастера при снятии бензонасоса плохо болтики подтянули или плохо прокладку поставили, и когда бензин в баке болтается, она просачивается. Это говорит о том, что система не герметична. Там и воздух может просачиваться, и, конечно, будет ошибки системы адсорбера, то есть вентиляции бака. Вот вам причина. Причина, которая замучила меня более 2 месяца. Ну и что дальше? Дальше снимаю бензонасос. Хорошо ее загерметизировал. Все собрал и установил на своем месте. Чек, ошибку намеренно не удаляю, потому что буду ждать 2 или 3 дня и наблюдать, оно само погаснет или нет. По логике, если уже все в порядке, когда система перепроверит себя и неисправность не обнаружит, чек должно исчезнуть само себя. Ждать пришлось ровно 2 сутки. И когда утром машину завел, чек уже не было. Это означало, что уже все отлично. Вот так я устранил и победил эту неполадку. На Toyota и Lexus знаю, что вся основная система вентиляции бензобака установлена снизу машины. Но некоторые марки машин под задним левым крылом. Зачем я рассказал эту историю? Рассказал потому, что если кто-то окажется в похожей ситуации, знали куда, что и как искать. Ну и в конце хочу всем пожелать удачи. Подписываемся на канал, жмем колокольчик и ждем следующее видео. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца.